Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, обратите внимание на наши проблемы. Вы несколько раз по радио, по телевидению и при посещении Алматы обращались о застройке города. Слишком плотная застройка. У нас сегодня, вот жильцы собрались, уже на головах строят дома эти. Ни дети пройти не могут, ни в школу, нигде, ни аварийные машины, ни скорая помощь. Абсолютно проезды, все закрыто. Просим вас обратить на наше внимание. Это жильцы дома Самал 2, дом 12, дом 2, дом 2А. 19, 20, 23 и так далее. Целый микрорайон Самал 2. 91/1. 97. Доступ 97, Б. Пусть власти, да, выйдут с нами на связь, и у нас получится диалог. Мы на это надеемся. Мы не хотим оказаться в заключении и сидеть завтра и ждать, когда лучик солнца упадет, или нормально ребенок выйдет, подышит и погуляет. Это элементарные человеческие наши права. Поэтому вы, являясь оплотом, гарантом власти, пожалуйста, решите как-то наши проблемы.